You know what I'm wanting only. All them other ones is phony. Moving like a drama mommy. Whoa. Привет, Зак! Ну, привет! А можно мне автограф от лучшего баскетболиста? И мне, и мне! Я первая сказала! Нет, я! Девочки, успокойтесь, меня на всех хватит. Так ты дашь автограф? Я могу вам даже свой целый мяч подарить. Да! Можно мне, можно мне, можно мне! Девочки, кто словит, того и мяч. Идите вот туда. Готовы? Да! Эй, это наш мяч! Зато Зак мой. Что? Ты же вроде с Крисом встречалась. Ну а теперь с Заком. Чего? А меня ты предупредить не забыла? Ой, сори, я тебя бросаю, неудачник. Но как? Мы же любим друг друга. Я тебе вон даже букет принес. А хотя... Не, какие-то дешевые цветы. Мне нужен популярный парень. Офигеть! Что же теперь с Кэсси? Даже боюсь представить. Как он мог променять меня на эту богачку Еву? Купил цветов для Евы. О! Смотрю, ты уже в курсе. Про Зака с Евой? Да, он сказал, что я бедная, а ему нужна богатая девушка. А я оказался не сильно популярным. Как он мог так со мной поступить? Не плачь, не плачь, он этого не достоин. Но я же его люблю. Кэсси! Что с тобой? А будто вы не знаете, что сами не видели эту сладкую парочку. Но Кэсси нельзя сейчас так выглядеть. Это еще почему? Я что, еще и страшная? Нет, конечно. Просто сейчас будут объявлять кандидатов на короля и королеву выпускного бала. Да, ты обязана там быть. Капец, он меня еще и перед выпускным бросил. Я никуда не пойду. Кэсси, ты обязана. Да, ты же самая популярная чирлидерша в школе. Идем. Если ты не пойдешь, Еве это будет только на руку. Ладно, уговорили. Только сначала нужно поправить себе макияж. Идеально. Еве должно понравиться. Оп, вот она. Ева, а я как раз тебя жду. Ты? Меня? Ага, у меня для тебя кое-что есть. И чё это? Ой. Вот. Ева, пойдешь ли ты со мной на выпускной? Чего? Ты сейчас серьезно? Ну да, я слышал, ты рассталась с Крисом, и ты непопулярная, поэтому вряд ли тебя кто-то пригласит. Вот я и решил. Ботан, ты офигел? Я самая богатая и популярная. Вообще-то, самая популярная Кэсси. Ну так, ты согласна? Нет, ты че себе позволяешь? Милая, ну ты скоро? Там уже все собрались. Ты глянь, что этот очкарик придумал. Ты хотел позвать Еву на выпускной? Ева, моя девушка. Как? А вы же с Кэсси. Че ты там бубнишь? Ой, не трать время на этого очкарика, идем. Конечно, любимый. Интересно, а кого же из девочек выберут кандидаткой на королеву выпускного? Ну, конечно, меня. Я же самая богатая. Ха, гляньте, кто пришел. Друзья по несчастью. Заткнись, Зак. Ну, не обижайся, что Ева выбрала меня. Просто у такого лузера, как ты, не было шансов. Ну все, ты сам напросился. Да, Зак, просто идиот! Ну вот сейчас я ему мозги вправлю! Крис! Держите этого психа!
Это что опять за разборки? И на 5 минут вас оставить нельзя. Это все Крис начал. Мне все равно, кто это начал. Сейчас все на отработку пойдете, если не успокоитесь. Всем ясно? Ясно. Вообще у нас радостный повод. Сейчас я назову кандидата на короля и королеву выпускного. Давайте уже скорее. Итак, из девочек это Ева. И, конечно же, самая популярная Кисси. Ю-ху! Я же говорила. Ребята, а как вы думаете, кто станет королевой бала? Кисси или Ева? Пишите в комментарии. Ой, тоже мне. Она же бедная. У нее даже нет денег на платье секонда. Зато у меня есть мозг. В отличие от некоторых. Так, прекратили быстро. Вот именно. Еще парней не называли. Ну, конечно же, это ты, милый. Да, мисс Кристи? Да, Ева. Ты совершенно права. Это Зак. А второй? Не надейся, ботан, тебя все равно не выберут. А больше никого и нет. Единственный кандидат это Зак. Да! Я теперь точно выиграю! Е-е-е-ю-ху! С чего это? Зак единственный кандидат, а он мой парень. Значит, тебе, Кэсси, ничего не светит. Ты проиграла. Ну так нечестно, мисс Кристи. Я хочу участвовать. Крис? Нет! Так нельзя! Крис не подавал свою кандидатуру для участия! Я думаю, мы можем сделать исключение из правил. Кандидаты на короля выпускного – Зак и Крис. Ура! Ну и где ты, капитанша? Достала постоянно опаздывать. Ну, вообще-то, это мы раньше пришли на тренировку. Бесит! Как вообще такая пенячка может быть такой популярной? Я должна быть капитаном команды черлидер. О, глянь, кажись, она свой крем забыла. Да, она постоянно все забывает. Кстати, ребята, а вы не забыли подписаться на наш канал? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Дай сюда. Самый дешевый. Еще небось на мусорке нашла его. Точняк. О, а давай ее пранканем. Это что, разогревающий крем? Очень разогревающий крем. Добавишь чуть больше нормы, и вся кожа покроется волдырями. А, я, кажется, поняла, к чему ты клонишь. А это не слишком? Для победы все средства хороши. Готово. Идет, идет. Ну что, вы уже здесь? Начнем тренировку? Ага. А ты не хочешь руки кремом намазать? А, точно, чуть не забыла. Ну что, готовы? Ага. Наши черлидеры лучше всех. В этой команде принесем мы успех. Мы первыми будем везде и всегда. Мы группа поддержки без нас никуда. Вперед, черлидеры! Ура! Что у меня с руками? Почему так печет? А может, у тебя аллергия на твои дешевые картонные помпоны? Тебе срочно нужно засунуть руки в холодную воду. Капец, они покрываются волдырями. Ты чего ей помогаешь? Ну, мне стало ее жалко. Какая ты безмозглая. Так, вроде бы... Все. Спасибо, Крис. Ты настоящий друг. Так, как это произошло? Я не знаю. Я просто намазала руки кремом, и они вдруг покраснели. Я поняла. Это все твоя Ева. Вообще-то уже не моя, так что я тут ни при чем. Как ты вообще мог с ней встречаться? А как ты могла встречаться с Заком? У него же мозгов как у колибри. Зак хотя бы не злой, а вот твоя Ева... Так, стоп. Давай не будем ссориться из-за наших бывших. И правда, прости. Надо что-то делать. После этого... Я обязана стать королевой школы. Хотя бы на зло Еве. Ого,
А что это у Кэсси с руками? Нужно срочно всем рассказать. Конечно, ты выиграешь. Только Зак меня бросил, и теперь мне не с кем идти на выпускной. Да успокойся. Ну, ты же популярная черлидерша. Тебя по-любому кто-то пригласит. Ну, я хотела с Заком. Глянь, Ноид сидит. Пошли поржем. Ага. А что с руками, Кэсси? Неужели все так плохо? А ты как будто не знаешь. Это же ты все подстроила. И теперь с тебя будут все ржать, лузерша. Кэсси, смотри, мы тоже в тренде. Вы что, башкой тронулись? Нет, это же новый тренд. Все, что делает Кэсси, тренд. Нужно в инсту сфоткаться, чтобы все увидели. Угу. Опять ты облажалась, дорогуша. Всем кандидатам на короля и королеву выпускного срочно пройти в класс. Капец! Надеюсь, училка не узнала то, что ты натворила. Если будешь трепать поменьше своим языком, никто и не узнает. Ну и долго мы будем ждать Зака? Он скоро придет, пару минут. Он, походу, понял, какая ты истеричка и решил с тобой не идти на выпускной. Я не опоздал? Не опоздал? Мы тебя 20 минут ждем! Извините, торопился как мог. Хватит валяться, у меня возле ног, вставай! Где ты был? Прости, на тренировке задержался. Так, все ваши разборки потом. Я вас по важному делу позвала. Уж надеюсь. Условия конкурса в этом году немного меняются. И вы сможете зарабатывать баллы еще до начала конкурса. Класс! Так и что надо будет делать? Будут проводиться различные парные конкурсы. Пара, которая победит, получит дополнительные баллы. Только вот ни у Криса, ни у Кэсси пары нет. Неудачники! В таком случае Крису и Кэсси нужно найти себе пару. В противном случае все баллы перейдут Еве и Заку. Удачи, лузеры! Нужно заплатить всем парням в школе, чтобы они не звали Кэсси на выпускной. Она не должна собрать больше баллов. А с Крисом что делать? Плевать на него, все равно ты самый популярный. Все будут голосовать за тебя. Блин, опять они. Сейчас Ева снова будет злорадствовать, что Зак бросил меня ради нее. Это что сейчас было? Чё они в обнимку идут? Ну, они ж типа друзья. Чё-то они не похожи на друзей. Ты видела, как он мою Кэсси лапает? Твою? Ты офигел? Прости, это по привычке. Тебе должно быть плевать на них, понял? Понял. Вот и молодец. Крис, что случилось? Да, я решил спасти тебя от этой парочки. Спасибо, конечно, но руку можешь уже убрать. Да не стоит, думаю, может кого-то еще встретим по дороге. Сомневаюсь. Ну, давай я тебя хоть до дома провожу. Ну, посмотрим, что у тебя еще с руками. Мазь уже должна была подействовать. Надеюсь, иначе я не смогу даже помпоны в руках держать. Вот видишь, все в порядке. Вау, как ничего и не было. Спасибо. Так, осталось придумать, что делать с новыми условиями конкурса. Да уж, придется искать себе пары. Слушай, так что мы тупим? Давай пойдем вместе. Мы как бы друзья с тобой. Ну, так притворимся парой. И тогда мы точно обыграем Еву с Заком. А это хорошая идея. Так, так через сколько там первый конкурс? Через 10 минут. Так бежим скорее. Да что ж вы все по очереди опаздываете? Где Кэсси с Крисом? Сомневаюсь, что они так быстро успели найти себе пары. Ага, отдайте нам баллы и мы пойдем домой. Если через 5 минут не придут, так и сделаю. Мы здесь! Извините за опоздание, мисс Кристи! Так и где ваши пары? Вы же знаете, что по правилам... Мы пара. Что? Да, они врут! Они же просто друзья!
Уже нет. А ты что, ревнуешь? Зак! Да нет, конечно! Просто вы как-то так резко начали встречаться! Вот именно! А вам какая разница? Да, мы пара, и что? Может, уже наконец перейдем к конкурсу? Или вам баллы не нужны? Нужны! Так вперед! Кто лучше исполнит танец группы поддержки, тот и получит балл! Ну, давайте, давайте! Наши черлидеры лучше всех! В футбольной команде принесем мы успех! Мы первыми будем веселее всегда! Мы группа поддержки, без нас никуда! Вперед, черлидеры! Ура! Ауч, Зак, больно же! Ну, ты тяжелая! Я же говорила, тебе худеть надо. Итак, по итогам первого конкурса баллы получают Крис и Кэсси. Ура! Ну ничего, это только первый конкурс. Это бред какой-то! Как они могли стать парой? Они обманщики, они просто хотят отомстить мне Заком. Ну, а может они и вправду начали уже встречаться? Ты чё, мозги потеряла? Это же нереально! Крис любит меня! Ну, значит, уже не любит. Как же меня всё бесит! А может, не стоит на шоколад так налегать? Ты ведь потом в платье не влезешь! Отвали! Нужно сделать с этой парочкой что-то! А то они так все дополнительные баллы соберут. Но еще же будут дополнительные баллы от одноклассников. Нужно всем понравиться. А это идея. Я устрою вечеринку, приглашу туда всех и заодно устрою проверку для нашей парочки. Класс, а я сейчас напишу всем, чтобы собирались. Я же говорил, у нас все получится. Мы станем королем и королевой выпускного. Выключи музыку, Кити звонит. Алло, да? Что? Офигеть! Да, я поняла. Что случилось? Ева устраивает вечеринку, чтобы собрать голоса одноклассников. Отлично! Мы пойдем туда, и все голоса будут наши. Какое отлично! У меня даже платья нет! Я опозорюсь! Не переживай, купим тебе платье. За какие бабки? Ты что, забыл, что я бедная? Держи. Я тут заработал на каникулах. Тут как раз хватит на красивое платье и туфли. Обалдеть! Ты же копил их на сноуборд. Да не парься, я еще заработаю. А шанс стать королевой выпускного бала всего один. Спасибо! Я побежала покупать платье. Зак будет локти кусать. Анита, это тоже маленькое. Капец, это уже седьмое платье. А ну, помоги. Так, руки же у меня заняты. Анита! Окей, не ори. Не получается. Капец, это все-то шоколадка. Почему ты меня не остановила? Ну, я же пыталась. Значит, плохо пыталась. Ладно, я переодеваться, а ты беги в соседний магазин. Может, там что-то есть. И быстро! Ага. Фух, еле сняла это дурацкое платье. И вам спасибо. Знакомый голос. Опа! И что ты тут делаешь? Платье для вечеринки покупала. Покупала? Откуда у тебя на него деньги? Не твое дело. А ну пока, что ты там купила? Офигеть! Какое оно красивое! Отдай! Нет, это ты отдай! Я его покупаю! Нет, дорогуша, я его уже купила. Отвали, мне нужно готовиться к вечеринке. Ну, не хочешь по-хорошему отдавать? Будет по-плохому. Мое платье верни! Помогите, Бог! Умница, Зак! Как же душно в этой маске. Ну зато теперь эта лузерша осталась без платья для вечеринки. Алло, да, купила платье. А что с голосом? Туфли к платью не подошли? Нет, его у меня украли. Как украли? Ладно, не переживай, сейчас что-нибудь придумаю.
Кэсси, ты как? Все благо. У меня украли платье. Экстренная помощь по подготовке к вечеринке уже здесь. Так что хватит рыдать. Мы тебе поможем собраться на вечеринку. А как вы узнали? Крис позвонил. Так что мы не можем не помочь самой популярной черлидерше в школе. Я принесла свое лучшее платье. А я всю косметику. С ума сойти, спасибо вам, девочки. Ты должна уделать эту Еву. Хватит разговоров, за работу. Вот блин, где же она? Надеюсь, не передумала. Привет, Крис. А где Кэсси? Она же должна была быть с вами. Она передумала, да? Да успокойся ты, идет твоя Кэсси. Встречай давай, а мы пока разведаем обстановку на вечеринке. Yeah, that boy impressed me. Head to toe, I'm gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really. Вау, ты обалденно выглядишь. Платье, которое украли, было лучше. Да пофиг на то платье, ты сногсшибательна. Ты преувеличиваешь. Ни капли. Идем? Ага. Вот это туса! Ну, как вам мое платье? Платье-то красивое, а вот ты нет. Ах, вы ж! Успокойся, Ева. Нам нужны их голоса. Всем привет. Офигеть! А где она такое платье достала? Не ожидала, что вы придете. Точнее, надеялась, что не придем, да? Откуда у тебя это платье? Это то самое, что у меня украли. Это ты сделала? Я... Нет, просто купила точно такое же. Ага, как же? Да забей на нее, давай лучше танцевать. Да! Это мой дом, и я решаю, когда танцевать! Ева, ты чего? Чего ты так бесишься? Сама же устроила вечеринку. Меня бесит то, что Крис и Кэсси зарабатывают баллы нечестно. Баллы только получают пары, а они друзья! Ну так мы пара! Да? Тогда докажите. Поцелуйтесь. Чё за бред, Ева? Мы не будем этого делать. Значит, вы обманщики! И правда, ребят, поцелуйтесь уже, чтобы она от вас отстала. Да, чё это стоит? Ну окей, только если после этого Ева от нас отстанет. Даю слово. Целуйтесь! Вы чё, прикалываетесь? Это не считается! Да ты достала! Я не буду выполнять твои прихоти! Что и требовалось доказать. Какая я молодец! Разоблачила этих обманщиков! Ага, и теперь у нас нет конкурентов. А Кэсси лузерша, она теперь не будет самой популярной. Да тише, она же может услышать. Пофиг, ее надо пранкануть. Не, это слишком. А если так? Ладно. Готово. И что теперь? А теперь готовься снимать позор века. Кэсси! Чего тебе? А ты подойди. Нужно поговорить насчет тренировок черлидер. Ух, еле успел. Блин, мои шнурки! Ева! Валим! Пока по дополнительным баллам лидируют Кэсси и Крис. Протестую! Они обманщики! Да, и вчера все в этом убедились. И о чем же идет речь? Они не пара. Они даже поцеловаться нормально не могут. Да ты задолбала уже. Знаете, а может Ева и права? Ага, вы действительно нас тут всех обманываете. Да мы пара. Тогда целуйтесь. Поцелуй ее, Крис. Хватит, я не буду этого делать. Мне противно. Что?
Что? Ах, противно тебе! Да, ты неправильно поняла! Я имел в виду при всех целоваться! Мне все ясно! Можешь не оправдываться! Кэсси, ну я не это имел в виду! Трэш! Я обязана видеть эту ссору! Бежим! Эй! Я что, одна осталась? Я тоже хочу посмотреть! Кэсси, подожди! Стой, подожди! Отвали от меня, я же противная! Стой, я не это имел в виду! Видеть тебя не хочу и на выпускной, я с тобой не пойду! А я ничего не пропустила! Ты как раз вовремя! Это надо заснять! Я из-за тебя весь наш план раскрылся! Из-за меня? Да это ты отказалась на вечеринке меня целовать! Да вот и радуйся, спасла тебя от ужасного поцелуя! А я ведь думала, у нас может что-то получиться! Стоп! Что ты сказала? Уже не важно, отвали! Обалдеть! Но сейчас-то ни у кого не осталось сомнений, что они встречаются. Так что это было? Что, разве не понятно? Я люблю тебя, Кэсси. Я тоже тебя люблю. Так, у нас получается что-то вроде первого свидания? Ага. Фух, еле вас нашли. Ага, мы за вас так рады. Да, вы идеально подходите друг к другу. Только чего вы расселись? Вам нужно готовиться к выпускному. Да, мы уже придумали кучу образов. Нам все нужно обсудить. Походу, свидание отменяется. Ага. Вы че смеетесь? Это очень важно. Вы вообще смотрите, что мы вам показываем? Смотрим. Идиоты! Я не отдам победу этой Кэсси! Я должна стать королевой школы! Милая, не сердись, мы обязательно что-то придумаем. Что придумаем? Эти ступицы пара! Кэсси самая популярная! А я что? А у тебя есть деньги, и мы можем придумать конкурс с богатством. У Кэсси нет денег, она беднячка, поэтому ты точно выиграешь. Точняк! Нужно устроить конкурс на лучшую комнату. И тогда я точно выиграю, потому что моя комната будет намного лучше по сравнению с ее сараем. Ева, а с тобой все в порядке? Естественно. А еще я рассорю эту парочку, и Кэсси не с кем будет идти на выпускной. Ева! А может тебе водички? Отстань! А вы что думали? Ролик закончился и все? Меня победили? Ну уж нет. Скоро на канале выйдет продолжение. Не пропустите. И там посмотрите, кто в итоге получит корону школы. А вы ждете продолжения? Пишите в комментариях. Прямо сейчас пишите. Ну, я жду. Написали? Молодцы.